Всем привет, друзья! С вами канал Power Device. В этом ролике я хочу поделиться с вами одной интересной фишкой. А именно, я покажу вам, как я настраиваю анимацию загрузки смартфона в Xiaomi. А также в дополнение к анимации загрузки я создаю звуковую дорожку. Новая анимация загрузки и звуковая дорожка будут применяться при включении или перезагрузке смартфона. Выглядит это следующим образом. Директивы взлома запущены. Активация взлома. Через 3, 2, 1. Вариантов много. Я покажу несколько. Вот еще варианты загрузки. We are unstoppable. We are fearless. We are the Republic of Gamers. Приветствую тебя, хозяин. Чем могу служить? Также еще я делаю вот такие именные звуковые дорожки. Привет, Илья. Твой смартфон готов к работе. Как же все это сделать, друзья? Для этого нужно зайти в темы. Нажать вот эту иконку. Компоненты. И здесь мы видим 6 компонентов. Стиль блокировки, значки, анимация загрузки, строка состояния, рабочий стол и мелодия загрузки. Все эти компоненты относятся к темам вашего смартфона. И когда вы загружаете несколько тем на ваш смартфон, то нажав вот на этот ярлык темы, вы попадаете во все загруженные на ваш смартфон темы. И каждая из них состоит из разных компонентов. Как раз они нам и нужны. Снова зайдем в компоненты, выберем, например, стиль блокировки. Здесь мы можем видеть разные стили блокировки от всех загруженных нами тем. То есть мы можем выбрать, например, вот такой стиль блокировки и применить его. Теперь, как видите, общая тема осталась стандартной, но стиль блокировки поменялся на тот, который мы выбрали. Естественно, выходит так, что здесь можно миксовать разные темы. Стиль блокировки мы уже задали, теперь можно задать строку состояния. Выбираете на ваш вкус. Далее значки, рабочий стол. И вот теперь мы подошли к анимации загрузки смартфона. Сразу отмечу, друзья, что далеко не в каждой скачанной теме есть анимация загрузки. И еще по какой-то причине, пока ее не установить, невозможно посмотреть, какая анимация здесь будет. Но я, конечно же, в описании под видео оставлю название тех тем, в которых есть анимация загрузки и которые я использую. Теперь зайдем в мелодия загрузки. Те звуковые дорожки, которые вы слышали в начале видео, я создаю сам. То есть, по сути, я миксую их из разных звуков. Для этого видео я сделал несколько звуковых дорожек, например, именные, которые можно использовать при загрузке смартфона. Привет, Илья. Твой смартфон готов к работе. Привет, Владимир. Твой смартфон готов к работе. Привет, Дмитрий. Твой смартфон готов к работе. Приветствую тебя, хозяин. Чем могу служить? А также есть такие дорожки, которые вы слышали в начале видео. Директивы взлома запущены. Активация взлома. Через 3, 2, 1. Также, конечно, такие мелодии, которые я создаю, возможно использовать на уведомления, либо звонки, а также на будильники. Все эти звуковые дорожки я закину в архив и оставлю ссылку для скачивания в описании под видео, юзайте. А также мне очень интересно ваше мнение, друзья. Будут ли вас интересовать именные звуковые дорожки? Например, как вот это. Илья, тебе пришло СМС. Либо те, которые используются при загрузке смартфона. Привет, Дмитрий. Твой смартфон готов к работе. Еще возможно создавать что-то подобное. Вам письмо, повелитель. Звони твой кореш. Если вас интересуют какие-то именные мелодии, пишите об этом в комментариях, что именно вас интересует. По сути, озвучить и замиксовать можно любой текст. Повторюсь, идеи пишите в комментариях под видео. А также, чтобы я быстрее заметил, какой звук вы просите создать, можете писать в мою группу ВКонтакте. Конечно же, подписка на YouTube канал и группу ВКонтакте приветствуется.
В общем, друзья, подведем итог. Заходите в темы. Вот здесь в поиске пишите название темы, которые я оставлю. Далее просто загружаете их. Переходите на эту иконку. Компоненты. Если вам нужно, миксуете из разных тем одну. Далее заходим в анимацию загрузки. Выбираем, например, анимацию Киберпанк 2077. Применить. Далее мелодия загрузки. Нажимаем плюсик. Скачиваем те звуковые дорожки, которые я вам оставил. Заходим в проводник. Находим их и по одному добавляем вот таким образом. Выделяем. Окей. Теперь она появляется здесь. Нажимаем применить. Окей. Перезагружаем смартфон. И получаем такой результат. Директивы взлома запущены. Активация взлома. Через 3, 2, 1. С вами был канал Power Device. Не забудьте подписаться на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки. Всем только качественных девайсов. Пока!